шоу «Кто идет?» раз сорвал лепесточек, номер телефона. Объявление? Да. Отрывные ты хочешь? Да. Она получится так, отрывные. То, что будет здесь эмблемы, как бы и красиво, и все хорошо. И... это все удачно будет. Пускай так и будет, так и сделай. Отбоя не будет от заказов. Мотоблок и триммер можно даже нарисовать. Будешь лениться, Олег, не успевать. Нет. Будешь лениться. Отец сказал, на мотоблоке я не буду вот ездить. Можно батю посылать с Саньком тоже, да? Сашка, он не будет всем, ездить. Всей семье можно давать Колыма, да? Я один практически буду на нем. Ну все, твоя взяла. У меня мотоблок, триммер, и все остальное. Пускай все получится, Олег. Обязательно получится. Да. Дай Бог, чтобы она так и была. Она будет, я уже уверен. Все к этому идет. А завтра давай решать, искать где-нибудь машину. Съездим, поздравим. За вас. Как все только нанимать надо? 15-20 минут от сил. Там. Ругаться не будешь, ничего там? А за что? А то были такие случаи уже. Нет. Чего же нет, когда зимой ездили? Были? Нет. Этот раз нет. Чуть ли не разнимать вас пришлось, Олег. Было такое. Смотри, если все культурно, то поедем. Постараемся. Все культурно будет. Просто так, понимаешь? Ну, подарки надо тащить. Завтра же день рождения. У меня же есть уже. А цветы? Уже ей подарили. Подарили уже? Да. От тебя? Да. Ей, я же ей выслал. Так как бы, может, приеду, не приеду. А в итоге, блин, понимаешь как? Подарок все равно отправил. Да, отправил. Оно у нее. Там два фужера под шампанское. Такие козырные. И фужеры интересные, с причудом. Шампанское наливаешь, он сам бокал цвет меняет. Да ты что? Да. Ну тут приблуда. Два бокала, набор. И оба меняют цвет. Четко. Ну ты выдумщик и тот, еще тот, молодец. Что-нибудь придумаешь интересное? Все надо, все в интернете есть, выписываешь. Нашел все там? Посылаю, да. Вот, так же вайзус, пошел, получил, все. Согласен. Сейчас с этим проблем нет. 2-3 дня я вон тут. Или Почта России. Почта России дольше идет. А тут ближе. Быстрее, не ближе. Ну, быстрее есть, если я говорю. И там, кроме этих бокалов, там еще. Эх, такая. Такая приблуда. Которую она давно мечтала. Бантиком перевязал? Она уже, наверное, увидела. Развязала уже, походу. А? Бантик развязала, походу, без тебя уже. Она? Ну, я уже не знаю. Супер подарки, молодец, Олег. Это ты ей с намеком, да? Перепомни. Ну, да. А, Олег. А теперь я посмотрю, кто кого будет ревновать. То ли Свет, то ли она. Но я сразу, я уже даже в дом кушак нашел дом. Уже нашел? Пустой. Вот, возле ресторана хозяин даже живет. Ой, ресторан, банкомбинат. Жить можно хоть там? Ни хрена себе, там, блин, елочка, ель, блин, там, блин. Ух, природа, блин. Газ все есть. Здесь, у него во дворе даже пруд вышел.
с удочкой, можно даже рыбалить. Да ты что, запускает рыбу? У него пруд во дворе. Во. Снимает, даже не думай. Да я не знаю, блин, если он ищи. Согласен будет. А домик хороший, там, короче, гараж, кухня, дом, летняя кухня. Вам хватит там, да? Елочка, тут все под плиточку сделано, беседочка во, там, блин. Во. Там как на курорте, блин. Серьезно тебе говорю. Вот мы выпиливали как раз. И вот эти дебри мы освободили как раз. Ну, так вот. И там просвет стал. Пойдет. Галя, они ушли, девки? Нет. Ага. Что, ты с девчатами захотел посидеть? Домой тяни, Олег. С баклушей с этой, со своей. Не хочу я ее видеть.